Добрый день всем. Сегодня иду по делам. Показываю вам. Здесь такое парковая такая зона. Молодой человек едет. Катается на скутере, там поехал мимо меня. Вот иду. Дорожкой. Частный сектор. Хорошо. Такая здесь красота. Июль месяц у нас сегодня. Цветочки красивые такие. Здесь какая-то. Здесь кто-то живет. Мне так нравится, что здесь виноград везде. А небо какое сегодня красивое вообще. Это мы во Львове. Вот так вот люди тут живут. Цветочки насажены. Туда улица уходит тоже. Кто-то живет там. Здесь такой резкий спуск. Надо спуститься мне. Все усыпано. Ага, это, наверное, черешня сверху. Дерево все в черешне. Тут просто все усыпано уже черешней. Не собирают, оно высоковато находится. Конечно, на горе. Везде цветочки. Красота. Здесь такой дом. Кто-то проживает. И на улице. Вот здесь мне нравится такой красивый дворик. Ой, розы какие красавицы. Все шикарные. Красные такие, яркие красные. Ой, чуть не упала. Брусчатка везде вот такая вот. Да, ну дома немножечко, конечно, можно было бы подштукатурить уже. Здесь чуть глубже отойдешь в центре, конечно, все скоро. Что-то тут непонятно. Сейчас выхожу, иду, мне надо сходить в ЦНАП по делам. Взять один документик. Так. Так красиво тут. Такая парковая зона. Голуби. Люди сидят. Но мне надо на остановку. О, там, где светятся огонечки, там остановка. Да. Иностранцы гуляют, скамеечки такие. Все очень красиво, достойно. Выхожу туда на остановку. Сижу на остановочке. Вышла тут на одной улице. Красиво так. Вообще, персики красивые. Магазинчики такие. И летают.
бусинки. Еще одна. Банчик. Улица такая вся зеленая, зеленая. Очень классно под деревьями. Деревья уже высокие, видно, давнишние. Магазины, магазины. Везде магазины. Видно открытие магазина. Шарики надули. Велосипед кто-то приехал. Пройдите до места в улице Костя Левицкого, 67. Шары какие красивые. Что-то открывается. О, салон какой-то. Все закрытые помещения, конечно. Мне идти тоже. Там здание такое большое, красивый участок. Цветов насажено. Иду без штатива, поэтому немножко будет трясти. Архитектура. Видите, какие красивые здания. Это клиника для животных. Я уже подхожу. Так. Участок такой весь красивый, зеленый. Лаванда насажена. Вообще шикарно. Все ухожено так красиво. Очень красиво. Лавандочка какая. Пчелки летают. Подходим уже. Все, дошла. Сижу. Стою в очереди. Такая была хорошая погодка, а сейчас небо затянуло. Ужас один. Там косят травку, жужжат сильно.
Ну ничего, мы все это преодолеем. Все будет хорошо. Иду с тяжелым пакетом, как всегда. Нагрузилась продуктами. И иду. Вот здесь такой классно. Тишина, там спортивная площадочка. Ой, не думали, не гадали, что мы забредем сюда. Но так получается. Квартир дешевых совершенно нет. Сейчас не будет меня слышно. Ага, тут вот. Поделала, правда, не очень удачно, но бывает.